дела. Да? Ящерица на пеньке. А, вот это столовая. А у нас, кстати, 300. Яблоки дешевле, чем у нас. У нас 200 что-то. Вот уже плохие, да? Фисташки так, столько же стоят. Нектарин большой. Да. И персики 280, и есть вот 250. Да. Мы тут гуляли вечером, да, уже темнело. Темнело, ага. Теперь днем. А теперь днем. Было все в фонариках опять. И красиво очень вечером. Не, мы и шли еще, свет не зажгли. И шли по потемкам. Это туда дальше, к парку. Цветочки. А потом цветы такие красивые. Вот, розовые и белые. Тоже жарко. Да, сегодня людей много из-за воскресенья, что воскресенье. Я думаю, завтра поменьше людей будет. Ну, посмотрим. Да. Стол, чтобы не заезжали. Ага, ну запускается. Да. Это парк начинается, да? Поэтому, чтобы машины не заезжали. Пошли, может, вот здесь по тенечку. Да, тлягают цветы. Красивые. Интересно, как они называются. Если кто знает, напишите нам, как называются эти цветы. А вот в тенечке давай. Вот ага, вот. Такие красивые. Вот. Розовые и белые. Надо же будет это. Ага, прикольно, да, закрутилось. Угу, змейкой. Ну, это специально как-то сделали. Ну, да. Надо будет это же пополнить телефон бабуле позвонить. Ну да. Вот Угу. Это что такое? Это же какое-то дерево. Красивое очень. Вот. А, белое, да, вот тоже. Белое. И вот. Угу. А это
А это что, Лавровый лист? Не знаю. Не. Не, не пахнет. Вот узочки. Вот это больше похоже на лавровый лист. Нет, тоже. Посмотри, какая роза. Красивая. Ну, ее не видно. Угу. Солнце светит. Что-то строят, еще строят. Какой-то пансионат или отель или не знаю, что строят. Да. Что-то строят. Конечно, построить будет очень красиво. Угу. Еще не многое не сделали. Памятник Чехову, и у него на голове сидит голубь. Да, пойдешь? Пойдем, пойдем. Очень жарко. А помнишь, мы этот пробовали воду? Ну да. Хочешь попробовать? Попробую, она такая, как серой такая. Нет, я хочу сказать, когда мы пробовали, людей было очередь за водой. А привет питьевой даже... минеральной воды в Приморском. А ну сейчас. Один человек сказал, что мы выливаем. Природный ресурс, типа, вот сюда сделали. Так а зачем вы выливаете? И сейчас из-за этого милиция приедет. Ну, а чтобы вас забрали? Ну, это нас и вам тоже. А нас зачем? Тоже так разливаете. Вы что же делаете? Плохие вещи. Ну как, она одинаковая, да, со всех? Или разная? Не, она сказала, что она там... Разная, да? Разная, да? Или нет? О, запах у нее, конечно. Запах? Обалденный. Как, канализация какая-то. Да? И есть, да? Это, наверное, ну, оно отсюда стекает, я так понимаю. Это, наверное, памятник отсюда идет. Вот с этого дома оно идет. Поэтому она так и воняет. О, собака спит в кустах. Жарко ей, сидит. Спишь, да? Красавчик. Где ж этот дельфин, а? Ой, это что такое? Да. Какая красота. А дерево какое, глянь. Угу. Как в ботаническом саду. Да. И вот, вот такие тренировки, звуковые тренировки. Я думаю, что может в воскресенье нету занятий там на море. А, по воскресенье. Это уже просто время, уже они уже отзанимались. Не, я понимаю, что время это самое. Но уже по субботам и воскресеньям они не занимаются. Ну, наверное, да. А, кстати, да, наверное. А сыну что убрали? Или то просто ее из-за того, что он только открылся первый год и поставили сцену, типа. Привлекали людей. А потом, типа. А теперь, может быть, убрали. Да. Вот в лето идем. Лето. А что за лето? Это, наверное, какие-то номера. Наверное, номера. Так, и что? Ну тут какие-то валуны уже. Может, еще дальше надо? Наверное. А может, у парня вот спроси. Скажите, пожалуйста, а здесь есть это, пляж? Ну, как по дорожке. Дальше. Туда.
Долго идти? 10-15. Угу. Нет, нас это не устраивает. Ну, пойдем посмотрим, но ходить туда не будем. Это надо велосипеды брать или вот эти вагончики, которые... А я велосипед... Да, велосипед был опасно. Я сзади села бы, а ты мне вез бы. Ну да. Или самокат купить. А, ну тоже, да, вариант. Птичек кормят, наверное. Где? Да вон кормушки. А веревочный парк видела? Угу. Так что кто любит, могут прийти. Да, это вечером, наверное. Нет, там работает все время. С 9 до 8 вечера. Да. Даже, наверное, кто-то лазит сейчас. Нет? Собирает, наверное. Угу. Погнал. Как у нас там тоже, да? А, есть Понятно. Такой. Даже два. Вот этим нравится лазить. Даже угу. Взрослые. Это среди семей. Ну да. Соревновались, кто быстрее. Папа, мама и дети. Группу собирают. Человек 5 едет. Угу. Классно. Хорошо, Толь, спасибо. Я буду домой. Пойдем. А в Алушту мы съездим, да? Куда? В Алушту мы съездим. Обязательно. Покажем. Конечно. Достопримечательности. Да. Аквапарк. Поедем на целый день. Да, надо посмотреть, во сколько открывается. На целый день, прямо... а вечером накатаемся, пойдем есть чебуреки. Да. Устала? Да нет, очень жарко. Ты знаешь, я вот уже как бы нормально себя чувствую после автобуса. Язык не слушается. Угу. Все равно есть усталость. Угу. Теннисные корты. Угу. Мы душ примем. Сегодня нет, сходим еще. Купим воду. Сейчас спросим. На рынок можно сходить, да? Зелени купить. Ну да. Я тоже, как ты, уже пальцы сую в кадр. Ага. Теннисный парк. Ага. Такой, ну, сахалусный. Жарко, а вечером это здесь играет. Угу. Такие понастроили гостиницы или что это такое, или просто дома. Может, дома для продажи. Ну, может.